бүгін сіздердің қарауыңызға макроэкономикалық көрсеткіштер болжамын түзетудің және бюджеттің кіріс бөлігіне іс үс жүзіндегі түсіндірге сүйене отырып есептелерді нақтылауға және ақымдағы жылдығы 11 қазанда үкімет отырысында айтылған мемлекет басшысымен тапсырмаларын ескере отырып ағымдағы жылдың тоғыз айының қорытындысы бойынша шығыстар бойынша ат қаралуының негізінде қалыптастырылған 2013 жылға арналған республикалық бюджетті нақтылау бойынша ұсыныстар шығарылып отыр аталған нақтылаудың негізгі міндет міндеті жылдың қорытындысы болжанатын қосымша түсімдерді және күтілетін бюджет қаражатының толық игерілмеуді экономика на космоса ресурсами хантамасидетин жане он макроэкономика асиритетин эре инвестициял жобаларды жүзге асру жол Кроме того, будет уменьшен дефицит республиканского бюджета на 80 миллиардов тенге или на 0,2%, который составит 790 миллиардов 600 миллионов тенге. Таким образом, отрицательные последствия несвоевременного освоения будут максимально нивелированы вышеуказанными мерами. В свою очередь, администраторам необходимо понимать, что расходы, которые уменьшаются в результате неосвоения, восстанавливаться в 2014 году не будут. Необходимо максимально мобилизовать и решать поставленные задачи в рамках предусмотренных средств на 2014 год. Теперь коротко об основных изменениях в прогнозе социально-экономического развития по текущему году. Прогноз корректирован с учетом отчетных данных Агентства Республики Казахстан по статистике по объему ВВП в 2012 году. Так, прогнозируемая база вследствие уточнения увеличилась на 128,4 миллиарда тенге в номинальном значении. Сложившаяся тенденция развития отраслей экономики за 9 месяцев 2013 года. Так, по некоторым отраслям горнодобывающей и обрабатывающей промышленности была произведена корректировка в сторону понижения. Сниженный темп роста в отрасли по угля и лигнита на 4,6% пункта, черной металлургии на 13% пунктов и переработки нефти на 30,7% пункта. Вместе с тем, ввиду динамичного темпа развития роста машиностроения и информатизации связи увеличен на 7% пункта и на 3% пункта соответственно. Данное увеличение в отмеченных отраслях нивелирует неблагоприятную тенденцию в отраслях, где произведена корректировка целевых индикаторов в сторону снижения из-за конъюнктуры мировых цен. Кроме того, ожидается превышение прогнозного ИФО сельского хозяйства на 0,6% пункта с 111,6% до 112,2% ввиду предполагаемого высокого урожая зерновых. В связи с изменением мировых цен на товарных рынках прогноз на уровень мировой цены на нефть увеличен до, до 106,3 долларов США за баррель. Так, по предварительным расчетам, средняя цена на нефть за последние 9 месяцев сформировалась на уровне 108,7 долларов США за баррель. И в случае сохранения цены на нефть на уровне 100 долларов США за баррель, среднегодовая цена по итогам 2013 года ожидается в пределах 106,3 при этом сводный прогнозный индекс цен на металлы снижен до 93,8%. Снижение произошло в основном за счет уменьшения прогноза цен на золото на 19,3%, на алюминий 11,2%, на медь 10,6% и на цинк 7,1%. Принимая во внимание вышеизложенное, номинальный объем ВВП в 2013 году составит 34 триллиона миллиарда 300 миллионов тенге, что выше относительно одобренного в мае показателя на 153,3 миллиарда тенге, в том числе за счет эффекта базы на 128,4 миллиарда тенге. В целом, реальный рост ВВП в 2013 году прогнозируется на запланированном ранее 6% уровне. Кроме того, скорректирован прогноз внешнеторговых торговых показателей. Объем экспорта в 2013 году будет в пределах 87 миллиардов 537 миллионов долларов США. По сравнению с первым этапом экспорта сократится на 12 миллиардов 270 миллионов долларов США. Объем импорта увеличен на 2 миллиарда 661 миллион долларов США и составит 53 миллиарда 834 миллиона долларов США. Основанием для корректировки помимо изменения прогнозируемой цены на нефть и металлы послужило уточнение отчетных данных по экспорту за 2012 год в сторону снижения на 5 миллиардов 144 миллиона долларов США и увеличения импорта на 1 миллиард 678 миллионов долларов США. Ожидается, что устойчивый рост отраслей экономики и достаточно высокая потребительская активность населения обеспечит высокие темпы роста сферы услуг. Параметры по инфляции сохраняются в ранее прогнозируемом коридоре 6-8% на конец года. На основе уточненного прогноза макроэкономические показатели разрешите остановиться на прогнозе доходов республиканского бюджета в 2013 году. С учетом уточненного сторону увеличения прогноза по ВВП и импорту доходы республиканского бюджета без учета трансфертов в 2013 году оценивается в объеме 3 триллиона 608 миллиардов 300 миллионов тенге, что на 20 миллиардов тенге выше утвержденного плана. Уточнение прогноза по доходам произведено на основе поступления и доходов за 9 месяцев 2013 года и уточненного макропрогноза на 2013 год. Размер гарантированного трансфера Национального фонда сохраняется на утвержденном уровне. Поступление от продажи финансовых активов государства уменьшено на 5,6 миллиарда тенге. В связи с увеличением прогноза цены на нефть, поступление от нефтяного сектора Национальный фонд Республики Казахстан увеличится на 407 миллиардов 300 миллионов тенге и всего составит по прогнозу 3 триллиона 400 миллиардов тенге. В целях снижения нагрузки на обслуживание правительственного долга дефицит бюджета предлагается сократить на 80 миллиардов тенге. С учетом уточненного прогноза по поступлениям и уменьшению дефицита, расходы республиканского бюджета предполагается оптимизировать до 6 триллионов 33 миллиардов 400 миллионов тенге или на 65,6 миллиарда тенге. В целом... Уменьшение расходов составит 165,8 миллиардов тенге, в том числе за счет экономии по расходам, связанным с исполнением обязательств государств 29 миллиардов тенге. экономии в результате государственных закупок 19 миллиардов тенге, ожидаемого неосвоения 117,8 миллиардов тенге. Часть данных средств будет, будет направлена в следующие проекты. В сумме 100 миллиардов тенге. Строительство железнодорожной линии ЖК 30 миллиардов тенге. Увеличение установного капитала ну, для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости в национальной экономики 30 миллиардов тенге с дальнейшим увеличением установного капитала АО «Банк развития Казахстана». Подготовка проведения Экспо-2017 – 20 миллиардов тенге. Возврат кредита на реализацию проекта по сносу аварийного жилья в городе Астане перед Фондом национального благосостояния Самру-Казана – 20 миллиардов тенге. Уважаемый Сергей Ильич, Учитывая, что от своевременного принятия уточненного республиканского бюджета на 2013 год зависит решение ряда приоритетных задач и принимая во внимание весьма ограниченные сроки, прошу вас поддержать. Для внесения законопроекта по уточнению бюджета в срок до 5 ноября текущего года в парламент просим дать поручение администраторам бюджетных программ в срок до 1 ноября текущего года представить полный пакет документов по проекту, на который выделены дополнительные средства привести в соответствие все свои стратегические планы 2011-2015 годы с заключениями, с бюджетным заявками и представить МВП для дальнейшего их направления парламент. Всем еще разрешите, а вот в качестве примера хочу привести ситуацию со стратегическими планами. Буквально я позавчера завизировал стратегический план Министерства сельского хозяйства, в котором мы утвердили параметры по уточнению, по первому уточнению бюджета на 2013 год. 14 июня, вот получается, по 20 октября мы согласовывали четыре раза один и тот же стратегический план. Я хотел бы попросить своих коллег, потому что в парламенте вы убедились, по стратегическим планам уделяют сейчас особое внимание, и чтобы мы все вместе до 5 ноября уложились в предусмотренные сроки. Спасибо.